Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Калита Алекс. Сегодня предлагаем вашему вниманию светодиодные LED-фары на сельхозтехнику, которые вы можете у нас приобрести. Итак, прежде всего предлагаем вам основные светодиодные фары для ваших тракторов. Дальше идут противотуманные фонари круглой и прямоугольной формы. Мощнейшие светоаппараты с красной и черной фоновой пластиной. Следующие позиции – это очень интересные экземпляры. Мощные прожектора с желтой светообводкой. Немного дальше в ролике мы посмотрим, как все эти фары светят. Следующий экземпляр – мощнейший прожектор круглой формы. За счет большого диаметра периметр освещения у него очень широк. И хотелось бы обратить ваше внимание на фонари для вездеходов. Немного ознакомившись, посмотрим, какой свет дают эти фонари. Первую будем тестировать противотуманку. Наши противотуманки имеют узкий направленный луч и четкую светотеневую границу. Светят ярко даже при дневном свете. Переходим к нашим основным фонарям. Подключаем и видим ярко направленный мощный световой луч. Основные фонари вы можете приобрести в различной комплектации. Есть на 9 диодов круглые, на 9 диодов квадратные, на 16 диодов прямоугольные и с 3D-линзой. Максимально яркий и качественный свет для вашей техники. Дальше переходим к интереснейшей позиции. В ней имеется два пункта. Первый – это основной свет, второй – это световой ободок. Светит он довольно интересно и в то же время ярко. Основной же свет работает четким сфокусированным квадратом. С помощью такого фонаря любая дорога будет четко видна, ведь фонарь обладает высокой мощностью в размере 126 Вт. Напоминаю, что заказать любой из этих фонарей вы сможете, позвонив по указанному номеру телефона. Движемся дальше, и здесь у нас фонарь с большим диаметром. Прекрасное освещение дороги в любых условиях. Такие фонари ставят зачастую на комбайны, и со своей задачей они отлично справляются. Четкий сфокусированный свет мощностью выше 70 Вт. Ну и переходим к нашему последнему на сегодня экземпляру. Фонари для различных вездеходов и внедорожников. Все чаще их с успехом стали использовать на сельхозхозяйственной технике. Выдают максимальную мощность при минимальном энергопотреблении. В этих фонарях есть как основной поток света, а также есть вспомогательный, который расположен по периметру всего фонаря. Сделав у нас заказ, вы получаете крепление ко всем осветительным позициям. Можете выбрать необходимую мощность и количество ваших фар. На все позиции идет обязательная гарантия, которую мы предоставляем каждому покупателю. Уже сейчас, позвонив по указанному номеру телефона, вы получите необходимую консультацию по установке и эксплуатации осветительных приборов для сельхозхозяйственной техники. Ни для кого не секрет, что уже давно наступил век светодиодного освещения из-за его высокой надежности, высокой осветительной способности и небольшого энергопотребления. Благодаря нашему LED-освещению снижается нагрузка на генератор, что позволяет экономить от 2 до 5% топлива. С помощью такого освещения вы также сможете избежать нежелательных скачков напряжения, из-за которых очень часто происходят сбои в работе бортовой электроники. Ко всему прочему, от качественного освещения зависит ваша безопасность на дороге. Позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда были запасные фонари, ведь освещение – это один из важнейших пунктов в работе сельхозхозяйственных машин. На сегодня это все. Вы смотрели канал Калита Алекс. Заходите в нашу группу в Вайбере SH запчасти Калита Алекс, в которой вы найдете себе все необходимые запчасти и ремкомплекты. Благодарим вас за ваше внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вас ждет еще много интересного. До новых встреч!